Идея строительства Красносельско-Калининской линии метро существует еще с советских времен, однако ее воплощение постоянно откладывалось по тем или иным причинам. Но все-таки проект начинает обретать реальные черты. Журналисты БН решили посмотреть, где же появятся новые станции метро. Новая линия метро свяжет страдающие из-за недостатка транспорта юго-западные и северо-восточные окраины с центром города. В конце августа этого года Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга разместил госзаказ на подготовку 8 площадок, на которых расположатся вентиляционные шахты. А в следующем году планируются тендеры и на подготовку площадок для вестибюлей. Строительство новой ветки начнется с центральной части. Ежедневно отсюда, с автовокзала на обводном канале, десятки автобусов отправляются во многие города России и Европы. А через несколько лет здесь планируется построить станцию метро «Обводный канал 2». Именно с нее будет начинаться та часть Красносельско-Калининской линии, которую планируется строить в первую очередь. Станция будет пересадочной на станцию «Обводный канал» Фрунзенского радиуса. Отсюда ветка направится на юго-запад города, и следующей станцией станет Боровая. Название новой станции метро совпадает с названием железнодорожной станции Боровая, которая хорошо известна жителям Петербурга и расположена в центре одной из крупных промышленных зон. Возможно, поэтому проектировщики предусмотрели два выхода. Один из них появится на углу Киевской и Черниговской улиц. Второй выход планируется с другой стороны железной дороги, на углу Лиговского проспекта и улицы Тусина. Пока в этом микрорайоне промышленная зона, где в частности находятся корпуса бывшего колбасного завода. Однако существуют планы по строительству общественно-деловых зданий и жилья. Следующая станция, так же, как и многие другие на новой ветке, будет пересадочной – на станцию «Московские ворота». Заставскую планируется построить северо-западнее дома номер 103, корпус 6 по Московскому проспекту. Учитывая то, что на территории от Обводного канала до Благодатной улицы начинается реализация масштабного жилого проекта, известного как «Измайловская перспектива», станция будет весьма востребована. Кстати, следующая из новых станций «Броневая» появится в районе Благодатной. Один из ее выходов запланирован через подземный переход на углу с новой Измайловским проспектом. Второй наземный – на Кубинской улице рядом с развязкой западного скоростного диаметра. Рядом с одной из старейших станций петербургского метро «Кировский завод» появится станция «Путиловская». Вместе они образуют еще один пересадочный узел, но на сей раз с Кировско-Выборгской линией. Вестибюль новой станции планируется на пересечении улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова в сквере ЗДК имени Газа. Ну а завершится первый этап строительства Красносельско-Калининской линии возведением станции «Юго-Западная» на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. Людям намного будет удобнее до сюда войти. Потому что утром очень большие пробки. Единственное, что спасает трамвай, но когда трамвай приостановили, то людям трудно было добираться. Также и до Кировского завода не очень близко. Чтобы снизить нагрузку на наземный транспорт, потому что очень тяжелая экологическая обстановка, выхлопные газы, дышать тяжело, гулять родителям с детьми, дыша этим воздухом, неприятно. Если будет метро, я думаю, что нагрузка снизится, и тогда можно будет обойтись одним трамваем. Весь район давно ждет этого метро. Уже обещают не знаю сколько лет. Существующие сейчас станции Ленинский проспект, Автово, проспект ветеранов и Кировский завод принимают огромные потоки жителей Кировского, Красносельского, Петродворцового районов и соседней Ленинградской области. Кроме того, через юго-западные районы проходят крупные магистрали, на выезд из города и здешние дороги сильно загружены. А активное строительство жилья эту нагрузку увеличивает. Если посмотреть за мою спину, вот там вот выстроился целый город. Население, сами понимаете, теперь на колесах, и все это движение едет туда-обратно. Я считаю, что ветку метро нужно продолжить до Балтийской жемчужины и в перспективе до Петергофа. Пока мечты жителей совпадают с планами городских властей. Линию хотят тянуть до Стрельны, правда, в отдаленном будущем. Впрочем, даже те планы, которые администрация города намерена реализовать до 2020 года, могут частично снизить нагрузку на магистрали. Некоторые жители отдадут предпочтение подземному транспорту. Я даже сам вот автолюбитель, но иногда делаю так, что бросаю машину, сажусь в метро и еду так быстрее. Самый лучший вид транспорта в городе – метро. Конечно, нельзя забывать, что метро в Петербурге строится крайне медленно, а сроки сдачи объектов постоянно отодвигаются. И пример тому – Фрунзенский радиус, который строят уже более 20 лет. Тем не менее, реализация проекта началась, а значит, есть шанс через несколько лет добраться с юго-запада в центр города в два раза быстрее, чем сегодня. Ольга Уланова, Роман Рожков, Дмитрий Маклаков, БНТВ.